Прозвенели первые звонки, однако не все дети школьного возраста приступили к обучению. Сотрудники правоохранительных органов регулярно проводят анализ семей, не приступивших к занятиям без уважительной причины. Среди жителей Химок выявлены семьи, в которых дети не посещают школу или систематически пропускают занятия. Городской прокуратурой уже направлены исковые заявления к их родителям. Прокурор участвует на всех заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних, к которым поступает информация, она аккумулируется и проверяется, уважительная ли это пропуск. Пропуск занятия, ребенок длительно болел, либо это в связи с тем, что родители не справляются со своими обязанностями. Каждый ребенок имеет право на образование. В первую очередь реализацию этого права должны обеспечить родители. Согласно закону, для родителей, выполняющихся от своих обязанностей по обучению и воспитанию детей, предусмотрена административная ответственность. В городском округе таких немного. Исковые требования за 2018 год были предъявлены всего 5 семьям.